Детское радио представляет. Внимание всем! Говорит штаб обороны галактики. Планета в опасности. Планета в опасности. Наконец-то я прилетел на планету, где находится древнейшая во Вселенной атомная станция. Только где она? Космические карты показывают, что станция должна быть вон за тем пригорком. Но там только развалины. Ты, мальчик, чего ищешь? Здравствуйте, дяденька. Я Илиас, космонавт с планеты Земля. А вы местный житель? Житель — понятие растяжимое. Живет здесь последнее время плоховато. Вата. Ой, дяденька, у вас голова дергается. Особенности местной экологии. Ты скафандр-то не снимай, милок. Так оно надежнее будет. Ага. Что случилось на вашей планете? Я хотел посмотреть, как работает знаменитая атомная станция. Милок, ты лет на 200 опоздал. Атомной станции давно нет. Была... Амурия? Авария? О, точно, авария. Мы здесь иногда слова забываем. Местность нездоровая. Авиация? Нет, медитация. Амуниция? Радиация, вот. Радиация? Все в мире состоит из мельчайших частиц. В атомных станциях из этих частиц получают электричество. Но они очень вредные, хуже микробов. Если эти частицы выпустить на волю, они просачиваются во все, что попадается на пути. Проникают в живой организм и изнутри начинают его разрушать. Зачем вы их выпустили на волю? Мы не выпускали. На атомной станции сломалась система защиты людей от радиации. Но мы так хотели выполнить план и добыть побольше электричества, что не обратили внимания на поломку. И через пару часов — бабах! Взрыв! Они сами вырвались на волю. Как же вы здесь живете, если вредные частицы разгуливают на свободе? Да мы привычные. Привычные. Дяденька, вы повторяйтесь. Тут всякое бывает. Зайцев с двумя головами еще не видели? А я тебе покажу. Я тоже буду дергаться и повторяться? Кто ж тебя знает? Вроде скафандр прочный, но эти частицы такие изворотливые, всегда найдут лазейку. Ой, зря я сюда прилетел. Я отправлю службу спасения к вам. Что же вы молчали 200 лет подряд? Спасатели что-нибудь придумают.